вітаю вас. Це програма «Екіпаж» на першому каналі. Ми говоримо про автомобілі, і сьогоднішня наша розповідь розпочинається з «Феррарі». Не сразу дають посидіти, постепенно. Спочатку зад в машині, ноги на вулиці. Послушайте этот удивительный звук, потому что, не услышав его, можно умереть, так и не услышав самого главного. В житті існують речі, що викликають незабутні відчуття. Можливість проїхати італійськими схилами на Феррарі – одна з них. Ось вона – частина містичної дороги Мілі-Мілія, на якій неодноразово перемагала Скудерія і нею знову мчить Феррарі. Тосканія зі своїми серпантинами, чудовими краєвидами та історичним минулим – найприродніший ландшафт для цього автомобіля світу. Відразу 5 машин. Дві 360-ті Модени, 430-та, 575-та Маранелло та 612-та Скальєці. І навряд чи ви зможете переконати мене, що є щось більш чарівне і грандіозне. Прискорення. Я водив багато авто, але таких спортивних – ніколи. І коли я вперше прискорився на цій машині, це було вау. Їздити по цих дорогах серед мальовничих пейзажів Тоскани – унікальне відчуття, якого ви більше не отримаєте ніде. Ідея поєднати ексклюзивний відпочинок з такими ж авто прийшла в голову, звичайно, італійцям. Саме вони першими запропонували багатим клієнтам, а клієнти повинні бути дійсно заможними, бо тижневий тур на одну особу коштує 8 тисяч євро. Так ось ці VIP-персони мають можливість поїздити на Феррарі Італією та пожити у найкращих готелях. Втім, думаю, що їх все ж таки приваблює не стільки неймовірна розкіш середньовічних замків, скільки шалений драйв жеребців з Маранелло. Цими турами найчастіше цікавляться росіяни. Втім, як розповіли організатори, були вже й українські шанувальники італійських жеребців. До речі, єдиний представник Red Style Tour в Україні – партнер нашої програми компанія Art & Journey. Цю машину купуєш, щоб їздити по дорогах, але насправді це гоночна машина. Фантастична гоночна машина. Але на дорозі вона поводить себе як нормальне дорожнє авто. Це видатне технологічне досягнення. Ми обираємо місцевість, скажімо, від Риму до Флоренції, Тоскану, і даємо клієнтам випробувати ці автомобілі, щоб зрозуміти їх та дійсно відчути їхню душу. Феррари F430 в двух словах. Вес всего на 30 кг больше, чем у машины предшественницы. И внешний вид значительно сильнее отличается от большой, толстой Модены, у которой были огромные фары, как у Honda Civic предыдущего поколения. Двигатель стал на 90 лошадиных сил мощнее, чем у машины предшественницы, и развивает сейчас 490 настоящих кимских лошадиных феррарических сил. Мотор V8.
Для того, чтобы проверить масло в этом двигателе, который хорошо виден в зеркало заднего вида, надо завести машину, подождать и только после этого достать щуп. Если вы этого не сделаете, случится непоправимое, вы дольете сюда три уровня, которые потом будут вылетать направо и налево через замечательные хомутики. Такие же точно, как у нашей Нивы ВАЗ-2121 или как у любых Жигулей. Это родство с Фиатом. И эта машина все равно, пусть дорогой, пусть безумно дорогой, но Фиат. Что такое Феррари внутри? Это очень комфортный и просторный салон, в котором все, что выглядит как карбон, на самом деле является карбоном, и все, что выглядит как кожа, на самом деле является очень дорогой кожей. Мотор заводится маленьким ключиком и настоящей кнопочкой на руле. Engine Start. На руле существует знаменитая теперь уже манитина. Это система управления электроникой, которая позволяет вам выбирать один из пяти доступных режимов. Снег, дождь, спорт, рейс и, в принципе, дорога на кладбище. Когда выключаются все электронные помощники, ты остаешься один на один с автомобилем. Скорее всего, это самый кратчайший путь от старта до ближайшего забора. Пристегиваемся, первая передача, и помчались. Послушайте этот звук. Время от времени хочется сброситься на нейтралку и чуть-чуть пошалить, понастраивать высокие и низкие частоты. Это не гул, это реально лучшая в мире музыка. 8000, четвертая. 8000, пятая. Ха-ха, фантастика! 210, вообще незаметно, как она поехала. Посмотрите на эти карбоновые тормоза. В отличие от Ferrari 360, эти тормозные машинки позволяют в течение 2 часов иметь постоянный тормозной путь. Вы выезжаете и в течение 2 часов в той точке, в которой вы начинали тормозить утром, тормозите и в обед. И машина, как ни странно, постоянно имеет великолепный тормозной путь. Ты разрешишь мне проехать немножко? Андрея. Андреа, Ірина питає, чи можна їй проїхати за кермом якусь невеличку відстань. Невеличку відстань? Саме так, невеличку. Не більшу, ніж звідси, до першого стовба. За рулем Феррари каждая попутная машина воспринимается не как участник дорожного движения, а как круговой в Формуле 1. Еще одно ускорение. Так и хочется разобраться со всеми попутными машинами слипстримом. Слипстримом, используя энергию их воздушного мешка. Почему этому Рено Эспас никто не выкидывает голубой флаг? Круговым в Формуле 1 выкидывают голубой флаг для того, чтобы они пропустили лидера. Монтичелло. 40 км в час. Ограничение скорости. Да они просто издеваются над нами. Сзади пристроился какой-то весельчак на 5-м гольфе. Жалко, что правила дорожного движения для Феррари и для Фольксвагена Гольф совершенно одинаковые. Иначе бы он не продержался у меня на хвосте и 2 секунд. Вы знаете,
знаете, есть машины, которые рулятся так же. Это, например, Lotus Elise, Mini Cooper или Opel Speedster. Есть машины, которые дарят столько же спортивных ощущений внутри салона. Это любой нормальный, настоящий гоночный автомобиль, за рулем которых я провел много прекрасных километров. Есть машины, которые выглядят так же дорого. Bentley Continental GT, Maybach. Но не существует на свете машин, которые бы собрали все это в кучу и получили бы вот эту вот лошадку на капоте, которая все на свете переворачивает с ног на голову. Жалко, что мы еще не так много зарабатываем, чтобы покупать такие машины даже в кредит. Но ведь кто-то в нашей стране может это сделать. Пусть их будет больше. Я всем вам передаю огромный привет из-за руля лучшего в мире автомобиля. Закончился тест, и за горизонтом скрылась еще одна машина, в которой осталась частичка моего сердца. Какое-то время я бы хотел походить пешком после Феррари. Тяжело заставить себя сесть за какой-нибудь другой руль. Новостей на сегодня нет. Экипаж закончил свою работу. Желает вам доброй ночи, хорошей недели. Берегите себя и будьте счастливы. Вітаю вас, це екіпаж, і сьогодні нам разом з вами пропонується взяти в роботу Citroën. В первую очередь Citroën – это надежность. Даже, наверное, нет. В первую очередь Citroën – это стиль, а потом уже надежность. Хотя, как можно две эти вещи ставить на первое или второе место? Это надежность плюс стиль, помноженный на умение делать автомобили, которые всегда немножечко отличаются от других. Citroën C4 мало того, что не подобный на жодный из брендов, он даже не подобный на своих родичей, на C3, на C2. На сьогодні це така рідкість в автомобільному світі, де панує тотальний плагіат. Але маючи певну кількість грошей, я все ж таки шукала конкурента японця і купувала би японця. Це стереотипи. C4 на сьогоднішній день є одним із основних ігроків в гольф-класі, де править бал Volkswagen Golf і Ford Focus. Удивительная вещь, но если свести вместе таких заядлых конкурентов, как Focus, Renault Megane и Citroën C4 с моторами 1.6, как у этой машины, то ощущение такое, что Citroën специально для этого теста поставил сюда 1.8. Это взагалі речь фантастична. 1.6 мотор без турбины. У меня такое впечатление, что тут как минимум 2,2 литра. Управлять очень удобно, машина очень легко и понятно держится за дорогу. Нету ничего такого, что могло бы перепугать. Все, что происходит с машиной, прогнозируемо и легко контролируемо. Очень удобен руль, у которого не крутится сердцевина, потому что он предполагает только единственное правильное положение рук на руле. Рухається лише бублик. Дуже акуратно, дуже легко, а лише бублик. Сердцевина постійно залишається статичною, на ній розміщене все, що треба, все під пальчиками, все гарно. Рідкий випадок, але дуже удачно працює підвеска. Машина практично не соскакує на мелких неровностях дороги, і у неї майже немає укрена, убедіться в цьому самі. Я б його купив. Редкий случай, когда сидящий рядом оператор Олег Авилов не позеленел. А это не так просто. Это значит, что машина очень хорошо держится за дорогу. И у нас нет вестибулярных нагрузок, потому что скользко и узенькие шины, позволяющие нам сейчас совершенно спокойно разговаривать, как будто мы едем не 140 км в час.
Кавасаки, при том, что он так умеет, нельзя не вспомнить про то, что цена у него более чем конкурентоспособна. В равной комплектации, насколько мне известно, эта машинка стоит почти на 1000 евро дешевле, чем Фокус. Ира Твердовская и Орес Шупенюк постоянно пытаются нас загнать на площадку, чтобы тоже немножечко что-нибудь поговорить о Ситроене. Не хочу отдавать эту машину. Не хочу. Сидя за рулем гражданской машины, я понимаю, что я не гонщик. Я такой же уличный хулиган, как вы, который для себя понял и принял правила Международной автомобильной федерации, готов их выполнять в надежде на то, что когда-нибудь на голове опять окажется шлем и специальный каркас из труб. Спасибо за внимание. Следующий. Положи вот так вот руку. Пристегивайся. Леша, сигнал повинен тут бути. Завідомо. Отут. Сигналити, шукати. Дуже довго. А в місті треба сигналити отак. Отак треба сигналити. А в місті подача такого сигналу запрещена. Треба привикнути к тому, що сигнал знаходиться здесь, внизу. Ти к этому сигналу не привик, тому що ти взяв машину вчора і віддаш її сьогодні. Сигнал на сьогоднішній день, посмотри, скільки разів в житті ти їм пользуєшся. Якщо ти їм пользуєшся все время, значить ти їздиш неправильно. Дуже легка педаль щеплення. Пізніше, коли пробуєш газ в парі з щепленням, ти розумієш, для чого це зроблено. Для того, щоб і жінка тендітна, і підліток могли абсолютно комфортно керувати цією машиною. Ця машина дуже легка. Легка в керуванні, вона йде на контакт з першої хвилини. При всій своїй збитості, загостреності, чіткості мене здивував важіль перемикання передач. Перемикати передачі з такою амплітудою для мене, ну так, більш-менш можливо. Але якщо цим речагом буде махати по салону тендітна жінка, то їй це дуже швидко набридне. Ще одне відчуття, яке мене не покидає, поки я знаходжусь в цій машині, що я заплатив менше, ніж мені дали. Що я бонусом отримав більше опцій, більше комфорту, більше динаміки, більше зручності і, зрештою, більше радості від цієї машини. Ми вже розбиваємо стереотипи. Перший, хто сказав, що Citroen подобався, це був Мочанов, хоча я була впевнена, що з його боку кількість зауважень буде занадто великою. Я говорю искренне и откровенно. Нет таких денег на земле, которые заставят меня хвалить плохой автомобиль или автомобиль, который мне не нравится. Основные приборы, которыми нужно пользоваться для человека с гоночным характером, это тахометр. В Ситроене тахометр находится прямо за рулем, и когда ты заводишь ее в красную зону, тахометр загорается красным светом. Такой маленький привет от Себастьяна Лёба из команды Citroen Sport. Очень удобный сдвижной подлокотник. Очень интересный нюанс, причем не только для женщин, но и для некоторых разновидностей нынешних мужчин. Здесь в заводском режиме предусмотрен специальный ароматизатор.
который вставляется практически в дефлектор, который дует воздух в салон. Можно совершенно легко поменять запах на один из трех предлагаемых Citroёn. Это Menthe Must, Fleur de Vanille и Young Bamboo. Я не знаю, как пахнет молодой бамбук. Я не знаю, что такое Fleur de Vanille. Но я знаю, что любой из этих запахов значительно приятнее, чем запах городских пробок или перекуренных сигарет.